Пасхальные сувениры, изысканные украшения, бижутерия, картины, изделия ручной работы. Пасхальный базар проводится в Российском информационно-культурном центре уже в пятый раз. И с каждым годом яркое мероприятие привлекает все больше посетителей, которые хотят не только приобрести уникальные сувениры, но также совершить благое дело. Пасха – это праздник, когда люди не просто радуются, а принято делиться своей радостью с родными, близкими и, конечно же, с теми, кто, может быть, в жизни не всегда чувствует и имеет радость. Пасха – светлый праздник, который символизирует победу добра над злом. И поэтому каждый старается совершить доброе дело. Пасхальная благотворительная ярмарка привлекает все больше людей, желающих помочь детям, лишенным родительской опеки. Церковь призывает простить все обиды, если кто-то что против кого-то имеет, и относиться с теплом и с радостью ко всем людям. Как в одном из церковных песнопений сказано: «Скажем, братья, и ненавидящим нас». Благотворительная ярмарка проводится каждый год в преддверии Пасхи. Таким образом, все верующие смогут подготовиться к главному празднику. Эльмира Гусейнова, Наиб Гаджиев, CBC.